все 14 регионов округа свяжет Великий Волжский путь. Этот туристический проект поддержан полномоченным представителем президента в ПФО. Развитие масштабного гостевого маршрута – ключевая тема прошедшего в Казани Совета глав субъектов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Семидневный круиз по реке, предметное знакомство с достопримечательностями Приволжья. У окружного проекта потенциал большой. География тура в перспективе будет расширяться до Москвы и Санкт-Петербурга. Я сегодня уже предложила включить этот маршрут в национальные брендовые маршруты. Над этим проектом мы сейчас работаем. И проект будет поддержан в рамках маркетинговой стратегии, стратегии продвижения. Это будет отдельная стратегия, над которой сейчас Ростуризм работает. Сегодня обратили пристальное внимание на этот проект. Я думаю, что у нас такой будет прям отдельный мини-план действий в части его дальнейшего продвижения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу многократного увеличения отдачи, социально-экономической отдачи от туризма. И он акцентировал внимание на то, что туризм – это такой многосторонний, имеет значение как и для развития кругозора, так и для создания новых рабочих мест. В рамках масштабного проекта все крупные города округа должны становиться хабами для туристов и предлагать гостям культурную программу. Глава республики отметил, что рекреационный кластер «Этническая Чувашия» станет одним из пунктов маршрута Великого Волжского пути. По программе «Этническая Чувашия» сейчас город Чебоксары, Чувашия вошла в проект «Сердце Волги». И тем самым мы, дополнительно привлекая средства, создаем еще наибольшие лучшие условия. Мариэл, Чувашия, Татарстан. Мы как вот три региона должны еще объединить свои усилия для того, чтобы был хороший, значимый результат для всех нас. Для развития подобных проектов и дальнейшего роста турпотока необходимы кардинальные меры. Так глава Татарстана Рустам Миниханов предложил пересмотреть правила выдачи виз. Здесь нужны уже решения на федеральном уровне. Это электронные визы, точно вот решение. Ну и безвизовый въезд для тех стран, которые как бы... для нашей страны не представляет какой-то угрозы, опасности. По итогам заседания Совета Великий Волжский путь включили в стратегию развития туризма страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Казани.